Да ёб твой, сука, рот. А, поняли, можно одновременно две хилки юзать, реген и хилку. Реген, в смысле, суп ты имеешь? Нет, этот, зельку регенерации и лечилку. Да. Я думал, все зельки КД после того, как принимаешь. Шляпа нужна кому? Выпала неплохая на силу. Какая? В компании лежит. В компании просто. Сейчас же там, подожди. Для сбора этого, блядь. На Харвест. Харвест это что у нас? Серпом. А, сверх. О, блядь. Да забывай, тут, короче, видишь, при запуске надо включать английский язык, блядь. Кто там, кнопки, всякие эти. Волосы появляются. Заберу вот пикап она. Нет, оставь себе. Играй, конечно. Ты уверен, точно, не? Точно не покупай. Я посмотрел, написано. Поэтому. Извините. Так, вот тетенька призрак будет. Призрак англите и отходите. Все, там уже два. Блин, и этого. Блять. Я сейчас оттуда. Пос. Ну, смотри, одна косточка осталась. Ну, в принципе, последнего мы добьем, когда призрак будет. А это что такое, блядь? Не трогай. Погоди. Я не трогаю, я просто прошу. Нет, это сейчас босс вылезет фиолетовый. А ну, еще вон там выключку вылезет сейчас. Сейчас, это гений, что-то еще все. Так, луки никому не нужны, да, кроме? Не, нет, вроде. А, летучую мышь забыли? Готовьте хилки, чему ближе к стену. Вот тут, если что, появится. Пожалуй, я в другую сторону отойду. Выходите из фиолетового круга. Лява, ты сейчас жизнь не кончится. А я в курсе, у меня хилки, да. Ты заебал, где ты, ебаная улитка, сука? Да, блядь, задолбал.
Ящик вот эти. Я перебираю уже. Красавчик. Файрстаф нет, мне не нужен. Видали, что за лук, блядь, нихуя, блядь. Я теперь хую супа, когда 25-го не прокачал. Кто там топор хотел? А мушкет, пацаны, вчера кто-то предлагал, уже все, нету его? Кого предлагал? Мушкет. Я передал его Антону. Меня, по-моему, он, да. А, ништяк. Алло? Только я не помню, там их столько. Алло. Какое имя? О, фонит у кого-то там. А легкие вещи носят? Я сегодня убил уже Димарик одного. Я тут к вам взлетел по ссылке в игре. А, привет. Такие вот такие есть. О, здорово, да. Блин, здорово. Здорово, Гудман. Давно не виделись. Так, а ты чё мне в игре-то не написал? А я чё? Я сижу там, чё, травку собираю, деревья. Пошли, парни, добьём пятого этого, но пойдём к нам. Пойдёмте. Я чё за это? Я хотел спросить у вас, очень мучаюсь я. На Твиче, типа, по Твич другу давали какой-то скины или что-то типа да, там. Да, есть такое. Они до сих пор до 12-го, по-моему, числа у них. Это... Короче, привязываешь... Все, потом в это, забей просто в поисковике, прям, ну, вот на Твиче. Твич дроп, он тебе выдаст, прям, стримеры, у которых этот дроп раздается. Я уже все дропы получил. Я уже все активировал, но а где в игре получить это? А, в игре? Ну вот у тебя, допустим, что ты получил там на копье. Нажимаешь правой кнопкой и change skin внизу самым. И все, оно у тебя там появляется. Блядь, пиздец, я не видел это. Бывает. Я тут всю игру уже вдоль и поперек пролазил, не могу найти где и что и куда. Твоя жизнь огорчение. Пиздец. Я нахуй не смотрел, на работе включил беззвучно и все. Похуй. Что за хуйня? Что за хуйня? Я говорю, не уникай. Все. У меня на работе есть сервер, на котором я иногда включаю Twitch фоново. Там есть графический адаптер, и вот просто включил и забыл. Ну, так же, да, я делал примерно. Свернул просто, да и все. Вопросы, и все вы молчали, блин. Не, ну можно написал. Давайте вайп писать разочек. Страшит босса, будем трогать? Будете трогать, нет? Да давайте забросим. Мне кажется, сможем. Без хила. А вдруг у нас ДД больше, может быть, мы его просто быстрее загасим, чем помрем. Чем он нас, да? Все равно будет лучше, чем вчера. Этого сага? Ну да. Мелко. Я могу по кругу бегать. Ну нормально, вот я рад. Давай, или ты что хилить меня чем-нибудь? Так Артём же танк. А? Я говорю, Артём же танк. Вот всё. Мне на два удара хватит. Это понятно. Я вроде бы качаю. Давай. Да я побежал. Это все по краям не стойте только. А, бля, он разогрелся. Ну тогда я побежал. И перед ним не стойте. Что тут не было еще. Убить у него жизнь, блядь, убит. Быстро ноги пизды не боятся.
скинов-то есть. Пойдем, потом вы выйти даже, посмотри там хоть. Ай, бля! Беги, Форест! Ай, сука! Уйди, не, мразь, не трогай меня! А? Аминушка, спасай! Аккуратно, я там товарняк веду. А, нет, уже не веду. Опа! На меня мобилки согрелись. Я что-то бью. Сейчас умру. Все живы? Лява. Меня убили. Он на меня. Да, я сейчас подниму. Давай, поднимай, потому что. Опа. Я и плеванул у меня. А у меня там цель маска была. Давай, опять 4 мили. А, бля, за мной бегает, сука. Я думал, он не за мной побежал. Так где гребаная удочка? Да, 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 я вот хочу выбить легендарную удочку. Для этого мне надо задание улитку поймать, блин. На блок заканчивается, беги. Что мы не можем его замажить. Встань блок, зажми блок, да и все. Да, стой. Мне блока хватает на один его удар. Так он стукнул, мы хотя бы его ударим, подзамажить сможем. А то получается он бегает, то есть. Давай, 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 добиваем, добиваем. А-а-а. Красавчики. И хил нужен, крайне понимаю. Банок сожрал. И танки, и хил. Нихуя себе мужики. Так, вот тут надо закрыть миссию, то вот здесь именно. Да, он там встал, возьмите. Кинул мушкет в чат. Не забудьте этот. Сдать квест собаки. Биндо пикап, Дэйв. Да, я вижу, он просто мушкет какой-то. Просто похвастаться. Понял. Да, да, просто повоевался. Там критический шанс, блядь, 5% декстера 4. Как шот, блядь. Чего вы говорите, где квест закрывать? Че кристалл какой? Вот здесь вот. А мне здесь ничего нельзя сделать. А значит, уже у тебя все. Или в миссии не взята. Нет, у собаки я брал просто. Нет, собака это собака. Ой, я 20. Поздравляю. Что, я ливаю все. Так, ладно. Переход. А вы сундук за лутами? Нет. Да. Да. Ух, два было. Один за боссом. Нет, ну, кто-то у тех, кого посох есть. Понял. 5565 экспы собачка дала. Ой, спасибо тебе, собачка. Ох, нихера. Блин, почему он опять этот пикап посох? Посох какой-то. Лечебный. Блять. Блин, опять. Ты думаешь, это обидно? Посмотри, какой молоток. Да, любую улитку там надо поймать. Только у меня не получается ее поймать что-то. Сейчас я, если с собой его нашу, я тебе покажу другой молоток. Как тебе пассивка на молотке? Ты двигаешься на 20% быстрее при блоке. А, ну, я, мне другой молоток был, который вчера тоже... Сейчас я его найду. Тут прям пиздатый молоток. Сколько в спину подошел, падла. Да, только не передает. Да, обидно. Ну...
Ну, кстати, глупая хрень то, что синий шмот с данжа не передается. Ну, реально бред. Нет, там кто-то передается, кто-то не передается, это как-то. А ты щитом мечом и чё еще уходишь на второй случай? Секира на стяжку. А кому мушкет нужен? Мне. Ты же не сможешь передать. А, подожди, бинт и эквип нельзя передать, да? Не, эквип можно. Мушкет. А что это такое? Да у меня где-то в это надо смотреть, я же скидывал там кучу. Торч же где-то лежит. Тренч фокус. Ему он не нужен. А это что такое? Тренч. А, бинго пикап. Блин, такое кольцо или что это? А чё, когда крафтишь что-то, но автоматом с этого с хранилища берется что-то, да? Нет? Есть такое? Ну если ты в городе, в котором есть и ресурсы нужны, то автомат. А, ну офигенно. И можно же как бы через этот сундук перетаскивать из города в город, если он под одной фракцией. Вот это копье я себе вывел, ёбаный рот. Есть какие-нибудь фишки, типа, какое оружие лучше или хуже, или офигов? Оружие для своего нужно. Для чего нужен копье? Контроль одиночной цели. Там оно видишь, либо доты вешает, либо это самое. Нет, там даже у ветки, которая доты вешает, там на самом деле, ну, контроля хреново туча. Не, да в данжах ноги отпилил. Так и что, мушкет нужен кому? Или его продаю? Мне пойдет. А что там за мушкет, где посмотреть? А я линканул. Интер, нажми вон, Папаевич написал, синенький помечать. А, это пика. Не-не-не, перед пикой был мушкет. Нихуя себе пика, блядь. Да, нихуя себе, блядь. Камнем. Пусть тебе, по-моему, да, она... Здравствуйте, мне и нужна. Да и лук, блядь, я себе охуевший выбил. Я, короче, не зря сходил. Чё-то я не пойму, пацаны, где смотрите-то? Нажимай ещё. Ещё раз, перегони. В Дискорде или где? Не-не-не. В игре, в чате. Вот линканул мушкет. Интер, нажимаешь его на весне, ай, попасть, видишь, сакен. А, ну-ну-ну. Ты ж фул получается, если ты с этим играешь. Бля. Я с ловкостью, блин, но он не подходит. Да, да, да. Этот продай, он не нужен. Ему фул дек сюда. Декер там всякие скиллы. Ну он вчера какой молоточек выпал. Ты только не знаю, что делать, потому что молоток не качал. Ну да, молоток заебатый, блять. Вот еще чем могу похвастаться. С этого похода. Лук, Декстер, ну да, заебись. Сейчас Демарик подойдет. Бля, лусик, заебись. Надо бы лусик поболеть уже потом. В дальнейшем на ПВП они будут, блядь, возить. Чего самые такие пиздатые шмотки, бинт и пикап? Ну, бывает такое, да. Потому что Артём, они самые пиздатые. Ну да. Артём, а ты где? Я тебя щит отдам. Сейчас. А я возле данжа тут, трусь тут. А, ну это когда будет, либо в монарх, либо скажешь, я тэпну с тобой этот... У нас кто-то огнём пользуется? Винвардс. Да, огнем у нас Антон пользуется. Я вон огненный пост скину. Так, ну норм, можно скинуть все получается сюда. Раз оно все будет крафтиться. А вот эта штука Wheel of Suspended Азот, типа колба с азотом. Если у меня 1000 из 1000, ее лучше не юзать, да? Просто да, пускай валяется у тебя. Я понял. Не знаю, там вообще хуй не дает, по-моему, блять. Не, но ну если не хватает внезапно на нужен Fire Staff, не нужен. Так, отошел на пару минут. Тоже ты идут. Так. Правда или неправда, пацаны сказали.
А есть возможность как-то с инвентаря одной нажатие кнопки весь шмот, допустим, в этот на склад перекинуть? Через shift. Нет, не надо через shift. Вот у тебя есть кнопка Divest, там есть кнопка Storage All. Ага. Причем кнопку скидываешь просто сразу, типа, а если кнопка Storage All, то... Все, благодарю. Кому-то нужны из ледяных перчаток и стрел. Чисто интовые все. Как понять интовые? Ну, на интеллект там, плюс 14 интеллектов. В двух и в одной там интеллект и, по-моему, живучка. Нормально. Ну, у меня плюс 15 интеллектов перчатка и плюс еще инкрустировать можно. И еще моей... 9,3% дамага, то актиент какой-то. Ну, тут из интересно, есть 14 инты и там шанс крита вот, неплохой. Я думал, как шмот, типа, за, чтобы не потерять ее, знаешь? На гирскор какой? Залочить его можно. Да, залочить. 320. Мои почему-то побольше, значит, она покруче. Ну, это такое, спорное на самом деле. Может просто статов больше быть, но они тебе не такие как надо, или, ну, так далее. Ну ладно, не надо. Видимо, у тебя подвисает Димка, у меня нормально, вот сейчас смотрю, контролирую глазом, все четко идет. А, не, ну в городе бывают как бы маленько фризы, просадки вот, небольшие. Можно прокачивать тоже большинство. А, допустим, есть какой-то билд прокачки, если ты сейчас с концовки, с вами прокачаешь все. Максимальному уровню получаешь все. Ну, если ты имеешь в виду в одной конкретной ветке или всего. Не знаю. Но смотри, тебе дается 20 поинтов на ветку. Угу. Ну, не 20, а 20 уровней мастерства, и там определенно 300 поинтов. То есть их ограничено. Угу. То есть, получается, по факту можно сделать только одну лифту, либо сорянку из них. Да, да, да. Так будет правильно. Как будет правильно? Без с молочком. Ну, под себя, понял, что ты делаешь просто где-то свою. Бери те скиллы, которые тебе нравятся и которыми удобно пользоваться. Насчет удобно, это прям вот коррупция. Очень важно. Коррупция. Вообще ничего не тратишь, что последующие будут максимально. Вообще ни одного оптимистки. Одна кнопочка. Да самый гибель игрушки. Наоборот, удобно ничего не надо нажимать лишнего. Ну это, наверное, прокатит только с одноручным топориком. Нет, там на самом деле очень много пассивов, которые скорость атаки развивают, там, и криты. То есть просто тупо ты ходишь как упор, ты критами валишь налево направо. Действует будет за твой уровень, получается, даже на эти на оружие, да? Или как? До 20-го он бесплатный, после 20-го он копейки стоит. Короче, можно забить хуй всегда почти бесплатно. Ну да, там 20 эффект, в принципе, по-моему. Даже если ты будешь респект каждые 10 минут? Ну, не знаю, каждые 10 минут не засекал. Просто, мне кажется, первые там, допустим, 10, второй 20, 30, 500. Не, ну чуть-чуть цена растет, но не думаю, что это прям критичная сумма. Спасибо, солнышко. Но я вот 4 раза после 20-го респектнулся, и мне получилось 44 монеты сейчас стоит респект. Смотрите, перчатки тяжелые. Strange плюс 13. Да, хороший.
Нет. Угу. Я у трейдера стою. Могу, я у трейдера стою. Да я бегаю сейчас. Что-то типа вот этого. Сейчас прилечу Виндвард. Давай, я там буду. Нажал типа на кнопочку, у тебя типа менялась одежда сама. Нет такого? Я чуть-чуть справа стою. А, вот, вижу. Я тебе кинул. Что значит, error can be tracked? Если tracked. Ём, я их вижу. О, Декстер, вот это вообще. Еще раз, я так понял, руда может быть отслежена, да? Да, имеешь, да, да. Но типа как... на карте у тебя метка стоит. Ну вот, как это сказать, горизонт, который вверху там отмечается месторождение. А, ну там радиус определенный, понял, небольшой. Ну, между. То есть с кустами та же херня и прочая ерунда. Знаешь, что сделай? Смотри, зайди в канале выше, ниже, точнее, New World, наш сервер, там самая первая ссылка, вот вторая, ресурсы, карта. Да, я вот. Уже и без этого знал. Ноги железные, ботинки, посмотрите, тяжелые. Открываешь, и там вообще, как надо будет. Да, еще с бата видел. Ну, да, это просто, я в запасе держу уже такие шмотки. Кому нужна это? Я собираю уже этот нарягу, которая вся в удачу, в шансе найти там что-то хорошее, айтемс. Ну это видишь. Я тебя в гостинице жду. Да, сейчас я туда пошел сам. Это из мобов, да. Это из мобов. Или из честов, например, некоторые как делают. Одеваются, полную удачу, выбивают банку и тут идти собирают. Коробочки, да? Угу. Вот еще тяжелые перчатки, тоже для там Стрэндж и жизни. Так, для танка. Подбежал к гостинице. Вижу. Благодарю. Так, кто у нас хил сейчас есть активный? Нет, сейчас, ну, сейчас нету всего, ни кости, нету. Блин, да колечко выпало, хз с чего, хз откуда. У меня тоже, но она битый пикап. Посмотрим, что тоже. Прям для танка только у меня. Плюс 17 стрендж, кристалл, еще что-то. Ну, а сэп, что посмотрю. О, ой, подожди. Я тебе тоже перчаточки? Сделай! Голубенький я заберу, да. Колечки отдельные есть? Где? Опа, у трейдера. Там же стоит. А, ферстлайт на трейдере. На трейдера стою. У трейдера. Я не знаю. Где продавец? Я понял. Что колечки отдельные есть? Так, где замок у трейдера? Не вижу тебя. Я вот на рынке стою. А, вижу. Да. Так, вот эти, да, по-моему, смотри, они же, да?
Да, да, да. Заебись. Я теперь в курс, синяк. Кроме молота, блядь, и щита. Заебись, заебись, вообще заебись. Я к нам вчера в этот зашел. Блин, такой тесак есть, просто тенючий. Смотрите. Нафиги. Нихуя. Вообще, 135 слэша, 15 стрэнджа. Физическая сила повышает 15% КД 5 секунд. А, во время крита сила, да, повышается или что? Ну, критикал, блядь. Ну, хороший молот, ой, вид. Секира, посмотрите, кому секира нужна. Халява, секира, ебейшая. Ой, как он заебал. Прикиньте, убил, короче, моба элитного, блядь, который это... Как статься? Так, вопрос, а вот эти вот перчатки и топор, это кому-то надо или нет? Перчатки я бы забрал. А, ладно. Пардон, а секира, не знаю. Да, секира там на силу, хрен с ней. Я, у меня тут конституцию, в принципе, она мне нужнее. Верчи, я уже все. Большой с ними, как говорится. Так, я, наверное, перезайду. Что-то где-то какие-то пакеты не доходят. Так, иди дай. Так, блин, кому я там должен был мушкет? Я что-то мне, смотрю. Мне, мне, Саня, мне. Саня, а что там за мушкет был? Что-то я смотрю, у меня мушкет. Ну, какой-то хороший, посмотри, в ящике ты Винсвер оставлял после дара. Я вот сейчас, блядь. Улитку никто не ловил по заданию, пацаны. Улиточников нет. Хуево. Но он на рыбалку делает. А какая улитка нужна? Да любая вообще, я так понял. Я мидию, надо было в морской воде мидию поймать и улитку в пресной воде, блядь. Мидию поймал сразу, улитку ебучую уже не знаю где искать, блядь. Я сейчас посмотрю, у меня фиолетовая какая-то была улитка. С этого, с ветки какую-то улитку поднимал, мне рассказать, что-то еще. Не-не-не, из воды, типа, водяную там. Ну, на рыбалке там есть. Да-да-да. Никому кираса не выпадала синяя. А что, оно засчитается, если ты мне улитку дашь? Да, хрен его. Я сейчас посмотрю просто, какая у меня есть, потому что я ее найду уже. Какая синяя кираса? Тяжелая синяя кираса, никому не выпадала? Любая? А, на Strange Constitution. Я есть. А на рынок, если выставлять вот это на торговку, оно только из инвентаря у тебя или из этого распада тоже? Распада тоже считается, тоже да. Может, да? Этого города. Ну-ну-ну, заебись. Короче, Сань, что-то у меня есть мускишкет, но он какой-то не крутой. Ну, всяко круче, чем у меня сейчас. А я не знаю, посмотри, я линканул. Я просто, я что-то, я ищу, я не могу найти какой-то мушкет ваш клёвый. Может быть, ты его продал уже? Не хуй петь, не хуй петь. 299 или 99. Да, гораздо лучше. У меня на 229, у тебя там, сколько, 340. Ну... Я просто я не помню, я не знаю просто этот оно, не оно, но что-то как-то по... Ты же качаешь что? Декстрити? Да, да, да. А здесь декстрити совсем мало. А щеры было ведь профитно или херня полная? Какого?
Рыбу. Ну ладно, я тебе отдам ее. Вот. А ты где? Ты в Виндворд? В Виндворд, где возле, ага. возле... На мосту, где рыбу ловят. Вот здесь. На мосту, где рыбу ловят. Ага, понял. Я не рыбак. Вижу тебя. Я не могу пускать. Ну, нормально, тема говорят. Я вообще... Ага, давай сейчас кину тебе трейд. У меня лично не стоит. У нас вроде нет рыбы. Кто-то прям рыбачит. Да? Ну, короче, Саня что-то собирает. Мерси. Профитная тема. Так, потом уже буду продавать. Тут всякое хлам, блин, хламом. Цитрик данжи бесит. Даже данжи бесит только тем, что потом разбирать это все. Капец, как долго. Ну да. По-моему, сейчас звонить был. Здесь. Вот это. Чего? Да я говорю, знаете, когда... Ну, с кем сидишь там, Discord и так далее, начинает троить так Discord на заднем фоне. Обычно с колонок фонит. Обычно перед звонком мы это понимаете. Так прошла? Да я не говорю, что это у кого-то. Я вообще говорю. Давай на банке вот так, вот так, вон 5. Попердил и все. Есть этот улитка. Ого. Попробуем, если что, верну. Виндвард возле этого, возле склада. Вот там, где ага. задание города. А кто-нибудь может написать, как называется ага. грибочка, которая уже Майнкрафт второй хилок? А, там не грибочки нужны. Там нужна Moonlight. Точка. Кидай этот трейд, потому что у меня буквы пропали. Вот смотри в этой, в алхимии там показано. Если тебе буквы пропали, да, смотри. Ты не знаешь, как их вернуть? Да. Вроде она. Скажи, как у меня выглядит. Там надо сначала, чтобы альтабинус в винде была английская. Если это не помогает, то в игре поменять сразу там испанский и обратно. Спасибо. По ним. Да. Канала, да? Да, я, блядь, 3 дня мучился с этой улиткой ебучей, блядь. Смотри, я просто только что играл на английской раскладке, все было нормально. Перезашел, раскладку не менял, буквы пропали. То есть все нормально. Этот пинг нормализовался, зато с раскладкой беда. А теперь в игре туда-сюда раскладку поменяй, языки поменяй. Да, там это все и нормально. Да, раз через раз это работает, поэтому. Лучше хрен с ним, лучше я буду без пинга и буков, чем с пингом и буквами. А что, типа буквы пропали и не работают, что ли, вообще, или что, или как? Не, но методом научного пинга. Типа не видно. Да, тут уже пинг, ты что там их знать-то, все знаешь. Блин, честно, как ловить пак, я просто в игре нажимаю сменить язык, ну, клавишем горячим, и все. Но хоп появилось, хоп исчезло, как нажал. Ну да. В чем проблема? Проблема в чем? Так, что, по миссиям походить или что-то будем делать? Я пошел. Надо пойти в лаб. Вопрос, а какие требования для того, чтобы вступить в гильдию? Игровые, я имею в виду. 8 уровень и фракцион. Мародер, да. Черт, какая-то херня, так непонятно. Тебя пустят по квесту, там будут фиолетовые, желтые и зеленые. Да, я не я не дебил, я это сделал, и я уже выше этого уровня. Ты выбрал фракцию? Да. Появился мародерский этот клан, главный. Да. Все. Теперь тебя можем тебе добавить гильдию можно. Главное, еще один. Угу. Я его кинешь, не могу? Кину. Глобал только кинь. 1, 2, 3. Шаста.
Баклажан. Не шаста, а фаст. Фаст. Все? Все. Тебе 5000 голды тебе в казну нужно положить. Нихуя себе. Нихуя себе, блядь. А он сейчас сразу выйдет, блядь. 85 копеек покупать. Да шучу. А кино берегу. А я нет. Куда ложить 85 копеек? Как ты 85 копеек считаешь, Митя? У меня есть лишних 85 копеек. Как нет? А это что такое? Там посадка. Ну, значит, нет. Что? Могли 80 копеек получить. Ну, не судьба. Я хочу себе солдатскую эту пику купить. За 2500. Данку дается. Не, наверное, на средней броне переходить. Что-то в легкую уж больно сильно, блять. Херачим, да. Вообще в легкую получается нельзя, чтобы подходили близко ко мне. Сразу выхлёстывают. И вопрос. А эффективно ли тут быть магом? Ну, Fire DD, да. Маг. Ну, я на PvP точно это, блядь. Ну, есть тоже. Ну, в один таргет там мало такое. А вот в толпу там. Просто подключаешься, можно резко хоп и квалифицироваться легко. Чего-чего? Пока качаешься, можно легко переквалифицироваться. Ну да. Не знаю. Да из проблем, там, по сути, только шмот поменять, да и все. Ну, прокачать заранее лучше, чем в конце. Братан, тут что делаешь? Что такое property tax? Property. Какой? Могу транслить помощь. Так и живем. Большинство. Имущественный налог. Вот ебаный в рот. Не знаю. А тут есть и зимние биомы, да, вот эти регионы? Где-то да, есть. Ну это походу там на файл локации. Кстати, никто не видел слив, но неизвестно, сколько это правда. Клиенты копались, типа, полную карту игры. Нет. Я слышал, но не видел. Я видел где-то. Я, ну, не, на, кем, на каком-то ZBT скинули еще эту карту. Ну, грубо говоря, сейчас даже третьей нету мира. Заебись. Это шок. Но не факт, что это ж правда. Очень. Но если это правда, то это очень хорошо. Да нет, я думаю, будет в любом случае решать. Ну, смотря насколько просто.
просто ну, будут да. добавлять регионы. Да. Так и если, наверное, будут добавлять регионы, то и кап левел, наверное, тоже будут добавлять. Ну, это само собой, на 60 уровней, которые взяли так. там за 5 дней, это не серьезно. Тумочка ушла, блядь, за 750 с руками, нахуй. Это скольки слотовая? Это на 103. Сразу. Я бежал прям сразу в эту скважину, сбежал, она мне родилась. Ага, 700 планет. Осталась еще одна, блядь. Нихуя себе, красиво, блядь. Ну, чё пидоры никто не покупает? Ну, на, блядь. На. Один раз метку купили. Чё? Один раз метку купили. Да, сейчас еще купят, подожди. А, там еще Сумка. А, сумка. Я хожу пока за стоковой сумочкой, в обычной. А как понять, сумка тут, типа, есть сумка? Ну, вес переносимый больше становится. У тебя вот про инвентарь слева внизу, там у тебя ожерелье, сумка. А, ясно, я без сумки, я займись. Ты же аккуратно, я сумка была. Нет, да, на 15 итог пока. Ну, не знаю, у меня не было, я сразу все скрафтил, потом, когда... Состояние будет, так скажем, и все. Я квесты не выполнял, я дерево рубил, мобов убивал. Нет, ты главное по мейн стори иди, журнал открываешь тут же, и там... Я понимаю, но я, короче, делал вступную в мейн стори. Не, ну это в любом случае тебе надо. Старт, да. Монах. Когда будет первый данж? На каком примере? 23-й нам, чтобы комфорт встретить. Понял, через дня 3. 4. Тебе еще посох надо получить. Кого? Посох. А. Так. Ой, азот как он. Понять не стал, но ладно. Потом узнаю. Ну да. Смысл задавать прям миллиард и отвечать на вопросы, которые сейчас не пойму, переспрошу через пару дней, когда дойду. Это по квестам, я так понял, да, дается он же тоже этот посох. То есть, видишь, тебе по-любому квесты надо это будет выполнять. Да, поэтому просто, чтобы не упускать всю эту хуйню, нужно потом ебаться вам как-то. Кто там? Ильнар, блядь, первый левел, блядь. Сейчас начинают хуярить вот эти квесты, блядь, на посох. 15-й левела, блядь. Я мрань сделал уже, не надо мне сейчас тут. Да вообще не. Я с англичанами прошел это четвером. Мрань. А, да? Ни хера не было понятно, что они говорили, но я прошел. Еще подвисает, может, Димка, я когда через сделку перевожу, оно это... Игра как будто замирает, короче, понял, когда я через зелку перевод делаю. Так что вполне возможно, братан, вполне возможно. А почему сумку там купили? 750. Они его по 850 продают, и я дрифт по свету 750 поставить. Да, у меня есть на сутку, тоже сейчас купил. А вы ее скрафтили или не выбили? Ну это я... Не, я скрафтил. Но это я скрафтил на 100. Ремонтные эти починки, вот у меня второй пока, для второго гира по 200 покупаю, тоже я вот на них продаю, и вам потом в эту вкусно кидаю все, что продается. Та же верно. Но ты же учитываешь, что камень стоит 1000. Ну да. Какой камень? Там руна. Ну, руна. 250 она стоит. В смысле? А, ты между... 250 голды и 1000 фракционов, да? 1000 да, фракционов. Да, да, да. То есть, ну, все равно же это ресурс. Да, мы ебать. Я его каждый день, блядь, бегаю по 3-6 просто делаю. Мне больше жаба душила, блядь, 250 голды отдавать. Пришлось в депозите взять, блядь. Да, у меня, оказывается, было кольцо, а я не знал. Ладненько, отойду пока. Давай. Да. Мне лежало кольцо в инвентаре на плюс 8. Плюс 7 по институту, 4 по. Ну а сколько тут, да?
И там еще перк ретусинс актив кулдаун. Короче, хотя бы. Цитата ебаная. А, ты в магу, да? Я? Да, да. О, магу. А, Дэв, ты говорил, блин. Да. Да вот у обоих микрофонов. Шаты плюс-минус одинаковые. Сложно различить. Ну короче, мне еще плюс 7 конституции за счет этого кольца. Не, у меня амулет какой-то на один конституции, там тихо. Красный такой, вернее, золотой с красным сердцем, типа такой. Да. Вот у меня точно такой же. И плюс 5,5%. Да, да, максимально. Шатал крокодилю. Крокодилу я подшатал это. На кого-то нападают эти бандиты, бы писал. О, посмотри, уже оранжевенькие начали душить first light. Фиолетовые обосрали. Они отдефались. Сейчас оранжевые начинают идти. Объявили войну, там монарх, по-моему, объявил войну. В 9 вечера. А, вон конфликт на этом. Да, и конфликт на оранжевом, этому Риверфена. Монеты Риверфола и конфликт. Чё? Да, 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 вот. Ну это оранжевый. Так кто, монарх объявил? Или просто желтый? А, Риверфен? Да, да, да. Вон, и... А рыжую провинцию давно захватили? Вот эту вот самую правую? Правую? Да, край. Ну, не давно? Нет, в смысле, желтый давно там поселились? А, желтый, желтый, который вот этот, 41-45, да, тоже. Restless Shore, я что-то только сейчас его видел. Ну, бывает. Не так далеко не строить, типа, чтобы играть на ночных локациях. Ну, умею, что там в основном будет. Братан, ты тут вообще? Чё молчишь-то? Братюнь. Братюнька, братюня, братюня. Как-то пишать-то нахуй придется. Блять, это такая музыка, пиздец. Эти кладбища. Я хуй есть. Какой левел, Дэйв? 27-й. Я надо уже перемещать туда надо. Куда? В... Батлс Кейс? Нет, Дразнич. Это где это? Это выше этого... Экспо. А что там делать? А что не Батлс Кейс, кстати? Ну, Main Story ведет, потому что Драйв Буш был на... Батлс Кейс проходил уже? Да, я не проходил этот период, но тот там... А, ну вот я сейчас проходил, да. Я уже точнее его, да. Я проходил, да, но там не сильно. Я там сейчас пока что... У меня что-то там 5 меток желтых стоит, таких, ну не квадратиков, а таких... Ну я понял, ну ты будешь подходить к ним, брать вот все вот эти вот желтые, которые будут, блин, Что сейчас я походу туда буду, сейчас катлас буду проходить весь. Весь ты не пройдешь, потому что там, блядь, левый не жил был, это пиздец. Черепах, блядь, 35-й ловла. Блять, ёбаные мобы, чё такие жесткие стали? Верхнюю часть можешь не закрывать. В принципе, всю правую часть можно закрывать. А если, допустим, смотри, я комбинирую типа две ветки скиллов и пассивка с левой ветки, она типа в любом случае работает, если я прощал. Левая правая ветка, да. Левый, право, одновременно. То есть нет такого, что типа пассивка с левой ветки работает только на скилле с левой ветки? Нет. Блять, у меня опять ноги пропали, сука. Столько бегать, да, стерся нормально.
я скрин кидал там вот в чате, мне коленку, ну я пиздец не дан. Я бегаю, мне такие ходульки. Страшна ли смерть? С одного удара броню снимает, понял. Ну, все-таки средник чаще. Ты тут, братан? Братан? Братан, ты тут? Братан? Интересно, я пройду. Димарик, чё молчишь, блин? Напиши хоть что-нибудь. На полтине, да? Напиши мне, напиши. Напиши мне, ради бога. Ради бога, напиши. Ты думаешь, чего бы сильнее стали? Они бы не хуже повысились. Ты повысился? Уровень. Кола ваша. Скоро первый. Найс Марк, блядь, в игре живет. Заебись, блядь. Чё ты говоришь? Да я говорю, Марк первого левела, блядь. Это как кто? Актёр. А, это, короче, который с нами вроде как бы хорошо общался, и это... О. Чё, вы его обидели, что ли? Нет. Забайтился на... Скорое развитие, так скажем. Блять, как так получается? Бежишь в одну сторону, блять, заглядываешь в пещеру, блять, а уже бежишь в противоположную. Че, че, ты можешь зайти в пещеру, а потом через полчаса очутиться там, типа, вообще не сходится. Я сейчас бежал в одну сторону, блять, чуть-чуть повернул, вернулся обратный курс. Смотрю, а я противоположно уже. Пику, честное слово. От минуты нашло как? То есть мобов, то тебе сразу ломится 20 мобов. И ломают ёбло. Моментально. Какого хуя? What the fuck? Да, 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 именно так у меня сейчас мысли одни. А самые, блядь, типа лучшие стрелы железные, да? Iron Arrow. Можно стальные делать. Хм. Можно стальные пули делать. Лол, подъебись, пожалуйста, от меня, тварь. А лук в инженерке делается? Лук? Да, в инженерке. Лук, мушкет. Если что, могу сказать. Да не, лук я себе охуевший вывел. Мне интересно, вот у меня у инженерки есть Iron Arrow и Flint Arrow. Iron лучше, по-моему. Ну, это понятно. А типа, лучше еще есть или нет? Стальные, наверное. А где они, их делать? Там же в инженерке, наверное. Это по мере раскачки, как прокачаешься, мне кажется. Не,
Нет, там и не появится, пока этот... А, этот... Понял, понял, понял. Я могу тебе наделать стальные стрелы и... Да, я их сам могу делать, я просто, ну, заинтересовался, потому что я сейчас прокачал инженерку, и мне открылись что-то, ну, по картинке похоже на стрелы какие-то, типа, голубенькие или типа того. Вот я и спрашивал. У тебя какой уровень инженерки? 26. А, тогда не открыл. Ну, это что-то похоже. Сталь открывается с 50 уровня. Вместе с остальными пулями я... Ёбаный петух. Такой жирный, блядь, тигр, как босс. Такой же, один в один, здоровый, хуесо. Как он просто не дает ударить и оттолкает. Просто, блядь. Это вот этот вот, который сам финальный босс данжит? Да, и такой же, блядь, по миссии, блядь. Ой, блядь, гандон. Бля, я его почти убил, гандон, меня, он меня понял, бьет и отталкивает, 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 и вытолкал на такую ржу, что он просто отбежал и отхилился, фу. Сука. Блять, танки вообще, когда миссия танками не хочет, то тупо врагов на изморды идут. Ну да. Ну, мне когда в тест поиграли, технически. Если на мирового босса идти, тупо один иду, потому что вообще на атаке босса плохо, его тупо тыкают, тыкают, блядь, там на минут 15 не хватает. От усталости, блядь, не сдох. Нихуя себе, блядь. А Лёха, нужна кому-нибудь такая шмотка? Смотрите, выпала. Вот, какая-то модная белая. Бля, я, ну я бы взял на будущее, вдруг ничего лучше не будет. О, я первый раз в игре нахожу рис. Типа передавай ты мне по почте, блядь. Ну, взял там на них, взял, там отправил, ушел в город. Да. Вот это вообще, когда на самом деле у меня в Вовике намного это удобно. Просто из другого города там отправил. Я нашел какую-то хуйню, какой-то камушек, а, это дерево туда ходит. Да, дерево, которое тут повалило. Так, почти 30. Больше всех в играх рано бесит вот эти вот мобы, которые блюют на тебя, блядь. Да. Или его, когда убиваешь, около него прям воронка образуется, блядь, тех засасывают туда. Самый хуёво, когда ты дерешь с каким-то элитным мобом, ты его убил, у тебя 20 хп, а он, сука, еще и взрывается в конце, блядь. Там, блядь, прям понятно, я моба убил, а меня его, если что, не убил.
именно хуя, блядь. Или же, блядь, когда ты с кем-то бился, с каким-то мобом, тоже как-то малосовцы, тебя какая-то махарица убили, убила, которую ты задел, блядь. Включаешь. Махарица, блядь. Ну, хрень мелкая. А вот такой посмотри, нужен, Антон? Газ, давай, кидай. Файер, без пассивки. Без пассивки? И вот такой... И вот такой, может, кому нужен? Без пассивки. Бля, на хил, наверное, оставлю там фокус. Так, что там у тебя? Файер. Не, фокус, это ж лайф ставь, лайф. Выше. А, файр, все, вышли. Ой, лайфстайл. 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 Так. Интеллигенция. Не, у меня такой же, только синий. Только еще по всякими этими. А белый, это, наверное, сколько было? Что а, про российский флаг? Да, да, его ты же понял сразу, да? Хорошо, что значит? Белый, это наверное. Воздушный с легкостью, про синий флаг. Такой там такой чебурек. Чебурек. А, хули не писал. Я себя каким-то бомжом чувствую, это миссия тупа. Лази, блядь, по городу, ищи. В этом весь смысл игры. Не, реально, я хожу по этим просто слева направо по часовой стрелке. Да, честно, я бы лучше ходил, чем получал пиздец от мобов. Есть и мобов. Они выше меня на 2, на 3 левела. А почему ты, значит, ты уйди на другой этот континент, этот регион? Вы же искали выполнять квесты по цепочке, но я выполняю. Нет, ты, скорее всего, просто неправильно раскачиваешь. Мы этого не слышим. Что именно? То, что он такой охуенный? Да. Ну, если просто, что же, хер пойдет, дать рубить дерево. Ну, а квест, блин, туда переперся, блин, 10. Да нет, ты влево нижний угол, что ли? Я в оверфоле, слева сверху. Там нормальный поиск. Какой ты был уровень? Да, я там был. Какой ты уровень? Я 15. Куда ты там делаешь? Ну, квест. Да шучу. Я не знаю, этот. Я там был, только я не помню, какой у меня левел там был. А я тут два, блин, а людей нет ни хера. Тут краю границы, они попроще, потому что там локация. Да, там есть какая-то самая. Да, да. Ближе к 25-му левелу там они будут. А эти Питер, блядь, рисуют еще, как, я не знаю, кролики. Они за тебя грузят. Я левел меньше. О, спартанец, догоняю тебя, я теперь тоже нашел этот. Ну, видимо, да, ты здесь по миссии бегал. Нашел телепорт здесь. Откуда вы появились, сука? Кого нашел? Телепорт. Помню, раз ты говорил, типа, телепортнуться туда, ни у кого не было, только у тебя он был. В локации вот в этой. Ферслайте. Ферслайте там. О. А, я понял. Я понял. Там такой телепорт, да, блин? Ну, значит, как? Догоняю, конечно, это ты борщнул немножко. Догоняю, догоняю. Бывает, чё, блин. Не
секунды покоя от мобов. Ни секунды. Очень популярен. Да пиздец, этот популярен, я ебал популярно с такую. Они только рискнулись уже в прыжок в меня. 3-4-4, сегодня днем было 34. Ой, точнее было 30-ка. Ну, днем в смысле, когда я вас шел 400 весь. Уже 35 почти. Бля, сегодня уже доклинул 34. Что за злорадский смех? Да он типа спрашивает. 12 левел, как я понял. Типа ты что, ебанутый? Железный, блядь. 12 левел, бегаешь по ОП. Голова. Ну, вроде как. Если, по крайней мере, если мой английский меня не подвел, блядь. Да. Я парень лютый. Я ебанутый, блядь, пиши. А, ну тоже, да, он 12 левел. Ну да, тогда я, блядь, тогда нихуя себе, блядь, можно, блядь, идти преподавать. Если тебе английский хорошо, то пиши его. Слышь, у тебя еще есть контракт, я вообще прекрасно. Ну, блядь, я не понял нихуя. По-русски, ты хочешь, чтобы я это по-английски написал? Ну, с крючком, хуй, пятачком, блядь. Чувак на стол побежал. Красавчик. Перевес обычно разбирать что-нибудь. Короче, я понял, слышите? Это кичи какие-то лазят, собирают какие-то хуйни. А я у них отбираю, то есть я, блядь, кушаю кичей, я пишу кичей. Реально какие-то бомжи на кладбище, видишь, блядь, цветы там собираются. Да. Вот, говорится, процессор при игре. Я видюха Я поменял, но у меня, короче, минимум 80 градусов. Средний 85 градусов, максимально 98 градусов. А ты на FPS ставишь? 60 ставишь? Ах, хуй знает. Ограничьте, кстати, это... FPS. Это точно нужно. Uncapped. Без ограничений. Кто это? Поэтому 90 хуя сейчас градусов. Ну моя 77 градусов сейчас, 92%. Я не говорю по загрузке, говорю только по температуру. Я просто термуху поменял сегодня. Мне надо термуху поменять на видюхе. Мне тоже. Не, видюха полтинник жарит, и это сидит заебись. Блять, я, короче, мобу ебал в соседнюю локацию. Шахтерство второй сделал уже. Я, блядь, 75-й заебался включать уже. Блядь, соточку. Ты спойнь, блядь, куда пиздох по квесту. Все, фирслайд, тебе ничего нет. Ебать! Отлично. Действительно, по квесту надо вообще ебошить Windsword. Cutlass Case еще никто не начинает? Хамлет. Я уже был. Ты-то да, я вот просто, может, кто-то... Да много кто там, Дельф уже был, там... Там что, один Кейнар был. Чем? Cutlass Case, ну, на территории 2635. Левая от Фирслайтла. У меня просто там... Я уже там был. Ты меня... отстаешь просто, а не догоняешь. Че? Я там был, я сейчас наверх побежал по мейн-квесту и заодно тут делаю эти...
Да, короче, я нашел способ быстро передвигаться по локациям. Телепорт? Да, ты очень уверен в моих умственных способностях. Нет, не телепорт. А что же там? Секиры есть скилл, короче, бежать. А, да, да. Бежи же, блин. Ах ты ж, бля. Ой, блик, легенд, не кали? Кого? Не. А, лол? Да. Меня это спасло. Не, я играл, короче, какое-то время, там вот есть похожий персонаж. Не, я в доту поигрываю, но в лигу не знаю, почему меня лол не запускает. Ланейчин говорит. Не-не-не, Лига Легенд. А, в Лига Легенд? Я там про мастер. Я давно играл про обновление этого. Карту. Да, не карту сделали, прям. Часть. Антон, смотри. Смотрю. Что ты про мастер? Ты в этот, в ранговых играл? Да. До кристалла доходил? Не знаю, что такое. Не играл, значит. Там же ранги были, типа, если там рейтинг... Ранговые матчи, я, да, я знаю. Да, там рейтинг набиваешь, и у тебя там идет бронза, но... ребро, потом золото, потом еще какая-то хуйня, и самый топовый — это кристалл. Посмотри перчатку здесь. Я смотрю сейчас. Легкая и тяжелая атака. Редукция, актив, вейпан, кулдаун, индивидуальный центр. Что это получается она делает? Атака, редукция. Короче, ты когда бьешь легкой или тяжелой атакой, mm-hmm. она активирует пассиву, которая на 2% кулдаун не способна. Нормальная тема, на самом деле. Только вот там, блин, у них тоже она на 2% кулдаун уменьшает, и есть 15-20 секунд. Вот у меня сейчас такая... Ой, я в глобал случайно кинул. Все-таки я, кажется, делал не мейд стори, а сайд стори. Давай сайд стори — это просто бой. Ну я их и делал, а мейд так, ну ладно. У меня другая локация находится, поэтому. Вот в компании я кинул, посмотрите. Я, ну, короче... это вот это вот легко можно одевать данж, потому что там по духу не важно. Я, блядь, бежал, короче, это делать квест, блядь, мейн, застрял тут с какой-то бабкой, она мне сейчас заебывает. My blade, my life. Я, у меня такой же молот есть, как у тебя перчатка. На 10% увеличил урон по этим данжам. Данжи по этим анцам. Угу. Ну я просто если на основ... Ну, я меняю, когда вижу духов, блядь. А, ты так видишь духов, тебе надо... В городах надо бить. Ну да, да. А на мейне хожу с другим молотом. Ну, то есть, мне кажется, тебе так же надо делать. Я... Ну, слушай, мейне... неплохая вроде, да. На мейне ходить перчатка, а просто когда этих духов душишь, блядь, там... Заблокирую ее, не мне этот, на L и щелчок мыши. Знаете. Еще обидно, блядь. L? Л, держи букву и еще чек мыши. Можно мне сюда залезть, пожалуйста? Моего мопа уже. Пойдем осваивать тот регион, который. Отсваивать? Отсваивать. Осваивать. 26-35. Жаль, что тебе нет, ты не хочешь Рамира, да? Блять, охуенно. А, на хуя. Огненно, поджигает. О, такая секира есть у Дэйва. Охуенно. Поджигаю, да. Ну это рапира, и тут Дэйва такая. У меня поджигает пердак, блядь, нахуй. Здесь выпала рапира, блядь, и робота мага. Робота мага силой, блядь, иконом, нахуй, а рапира с электро.
Ну, можно продавать смело. Типы покуп. Типы купят 100%. Здесь сундук, ёбать. Алло, привет, господа. Хорошо. Господин. Ебать. Я уже забыл, я думаю, кто это, блядь, потом пока не посмотрел вниз. Ты мой голос забыл уже, что ли? Да, да, да. Нет, я думал, тебя там жена походила. Сейчас я пойду, это что? Да не, братва, дико извиняюсь. Дел была куча, в неделю не мог разогнуться. Домой прихожу, как бы там 9-10 часов там домой пришел. Блядь, ну 6 утра, мужики, ну хлопотно. Просто уже, да, смотрю, гляну ваш дискорд, гляну это, думаю, ну куда я пойду, думаю, сейчас. Такой дизморально водитель. Не, мы думали, после тех гулик, блядь, уже всё. Не, да ну ты обижаешь. То что, были гульки, что ли? Так, где-то пешка, да? Нет, ты тут от основ отстал. Мы тут уже данжи приходим как себе домой. Ну, красавчики. Ну, ребят, я сейчас немножко еще это. От меня спешки не ждите. То есть я могу, допустим, в свободное время в будень, допустим, дать там нормальный результат, знаешь, там, ну, продвижение, скажем так. Также я могу, ну, вот сейчас вот у меня, честно скажу, много работы, и там семейные хлопоты и так далее, все вместе навалилось. Как бы... Да, 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 я и думаю. Ничего страшного. Ну, Антохи говорил то, что это так. Да никто ничего не сказал. Думаю, это излишне было. Ну да, да, да. Я как бы сам понимаю то, что вот отстает ребят, потом думаю, ну блин, ну что делать? Ну убиться в игре. Ну да нет, понятное дело. Знаешь, там пришел домой, там. Ну, уставший. Ну, я морально устаю, я физически ни хера не работаю. Да это понятно. Морально, когда устаешь, то такой же физически бы. Да, когда да. Физически, ничего да. Не хочешь, я думаю, что да. Ну, я и так, на самом деле. Могу и... Могу и коробки поносить, могу и там... По-разному. Ну, ладно. Так. Так что ты, Ванёк, где ты? Когда он? Придёшь? Сейчас. Это... Вообще, сегодня ты сидишь, да? Играешь? Да, 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 играю, играю. А, ну. Вот, ребята. С душой? Еще какой? О, да, да, отлично. Да, мне ситуация. У меня сегодня антиковид организация. Бухаю, как черт. Выходные, правильно нас идти? Да не, не в этом дело. Выходной может быть каждый день. Да, у меня ближние люди, с кем общаюсь, заболели. Ага. Вот я жду тоже прихода, как бы, но я говорю, пока его еще нету, надо себя максимально обеззаразить. Да-да-да. Я уже... Не, пацаны, я 0.5 уже лупанул. Чего? Ну, водочки. А, водочка. За ужин. Это уже нормально, я думал, может там пивасиком или как-то. Да не. Это не про меня. Не, сейчас пивасик немножко подогоняюсь там. Ой, да ребята, Саша дело, блин. Ближние люди приболели. Косяк, пиздец. Да, непонятно. С кем я общаюсь там. И сам, ну даже то, что не сам очкую, больше за них очкую. Ну как сказать, родители. Да понятно дело, тем более. Да, да. Папа первых. А что, они сдали анализы, сказали, ковид положительный или что? Да. И самочувствие такое же. Да, мои болели, блядь. А мои даже привились и при этом заболели. Не, мои привились, но не заболели. Они два раза не вакцинацию сделали. Так прививка ничего не значит, что вы обезопасны. Да, это так чисто. Нет, они заболеть-то могут, но последствия не серьезно. Братик, дай себе хуйня.
тесто скажу. Базара ноль. У меня уже люди. Батя не привился, и царство небесное уже полгода как на это жить. Так, иди нахуй за такие слова вообще. Ты, блядь, ну, как бы знаешь, у меня родители болеют, это серьезное дело. Ты мне тут такие срасти рассказываешь. Ну там самое главное, это... как... ну, есть у каждого взрослого человека есть болезни разные, правильно? Да. Вот. Вот у меня у друга тоже отец, у него диабет. Тоже, ну как он лежит в больнице, до сих пор борется с жизнью, как бы, ну вроде все положительно, но диабет. Это, ну, как бы тяжко. Там все. У меня папа сердечник. Хрен его знает, что заболели оба, капец, ну как бы уже куча лекарств купили. Да, знаешь, вот сейчас, слушай, ты описал моего батю. И диабет, и сердечник, и еще хер. Хватит вам болячку. Да, да, базар, ну все, погнали. Я слушаю, бля, самого как-то это так страшно. Ладно, время позднее. Всем удачи, всем пока. Давай, давай. Все. Давай. Подписывайтесь на канал, да? Да-да-да, ставьте лайки, блядь. Пока-пока. Не, братцы, я чисто, значит, все, забыли. Разобор просто говорю, то, что, блядь, меня ложит сейчас. Из-за этого у меня нет ни минуты времени. Я поэтому по этому поводу. Без этого, конечно, никак, но надо поменьше думать. Боже, надо, можно, блядь. Не, да. Ну как думать, думать, знаешь, там, дружище, думать и думать, ну как бы все вроде как самое лучшее пробил. И тут же другой момент. Я ж тоже. На рынке, ну в том плане, что я общаюсь с кожедейцем. Ты не болел? Общий бизнес. Да хуй его знает. Никогда не сдавал. Я уже два раза переболел. Вот в этом году, в этом году. Ну мне что-то сегодня, знаешь, как обычно я более активный. Было мне хуевато. Есть там какая-то. Температура, не температура, слабость, вялость, блядь. У меня, короче, в том году так месяц, блядь, ни вкуса, ни запаха не было вообще. А, ну у меня одни сутки было. Сутки ровно, блядь, нихуя ничего не чувствовал. А вот я ем еду, а вкуса не чувствую, ни запаха не чувствую. Ну да, ну у меня такого в жизни не было. Никогда, понял? А это, блядь, нахуй ничего не чувствовал. Сутки. Я такой думаю, ну хуй себе переболел. Воспаление легких, блядь. Ага, всю жизнь дымоход. Ходячий. Серьезно, это воспаление легких первый признак. Чего, что? Ну да, да, но спору нет. Ну как бы я нормально, это в первый раз нормально. Сейчас вот чувствую недомогание сегодня, почувствовал такой, думаю. Думаю, чем же лечить? Думаю, антибиотик, да ну его нахуй. Думаю, а что ты все отбой собрался, братан, или что? От души. Что лечит с этим, правильно? На самом деле, если болеешь, лучше не бухать, организм и так тяжело. Ну у меня температуры ничего нету. И вообще даже не знаю, так, болею я или нет. Как? Температура может не быть. Ладно, хрен всем, ребята. Чё, погнали играть-то? Чё-то играет. Серьезно? Я думал, вот так в Дискорде сидите, только трогите. Бля, кстати, я... Понял, что это за тема. Антох, помнишь, там какими-то молниями связывалось на этом, на... Эти, блядь, мобы на коробку портала. Я не помню. Когда закрывали, я спрашивал, что это за хуйня, ты что-то вешаешь. Ну, короче, у меня молот... Нет, это у меня, короче, молот, блядь. Там пассивный эти, базик атак. Короче, вешает какую-то молнию, блядь, на мобы, когда они вблизи находятся. Вот она как-то мажет какой-то. Урон по территории там действует. Вот посмотри, короче, я сейчас кинул, я просто, блядь, не англичанин, ни хуя. Далеко. Но как я понял, там что-то такое. Потому что я посмотрел, там молния нарисована, и на мобах такая синяя молния, когда я вижу. Чёрно. Дейв у всех шипит, да? Нет. У меня да. Меня подшипливает, да? Не постоянно, но бывает, но пролетает что-то. Ну бывает, да. А, слушай.
Да, так не знаю, у меня было нормально до этого. Нет, нормально. Нет, тебя охеренно слышно. Именно когда ты молчишь, понял. Шип-шип-шип-шип-шип-шип. Ну ничего страшного, на самом деле ничего страшного, да. Ты не слышишь, когда молчишь. Не, когда молчишь. Не-не. Охеренно слышно, когда он базарит. А вы там какие уровни все? Я почти 31. Нихуя себе, а какой минимальный у вас? Минимальный? Вот парень сегодня зашел 15. Это и не так, и не сяк. А в районе 20-ки есть там? Да, почти все. 21-е. О, 21-е. Ну, Шуркен. Ты еще можешь подвигаться, да? Да. О, Шуркен, можем с тобой вместе пойти где-нибудь. Можем. Куда? Ребята, мы же там более посложим. Хотя можно прокачаться на ваших сложных. Нам Шуркеном. Ты просто... Вань, ты просто да, мейнстори просто делай в журнале. Основную историю. И всё нормально будет. Она тебя выведет туда, куда... Ну да, 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 да. Сейчас я сейчас займусь мейнстори. Я сейчас займусь. Блин, вчера типочек залетал, твой тезка. Бля. Вот. Тебе еще бутылочку выпить, и ты все нормально потом. Парамсил бы. По базаре. А ладно, я не рамсовод. Вот про этого, он съебался, да вообще-то нет. Я тут еще, блядь. А что это кто? Поугарали. Да там Ваня какой-то, пьяники, блядь. Хуй пойми, откуда он вообще дискорд взял, блядь. Где он дискорд пошел, пиздец? Кто начал зайти, поспрашивает, что за игра, сколько босс, ну как начал? Четыре раза возвращался с Витей. Ну притом он как, адекват, он не хамил ничего там, как бы просто такой, блядь. Просто пополам. Ну да. Кстати, ребят, если вдруг что я там рапсит, а чё вы удаляете? Не удаляйте, а вот. Так знаешь, в чем прикол, что кроме Кости никого нет возможности. Мы вчера его укикнули нахуй. Но, блядь, не возможности скоро кикнуть. Нет. Блядь, я просто замутил его и все. Пацаны, на самом деле я пошутил. Че меня кикать собрались? Да нет. Нет, это понятно. Не, я же говорю, привожу пример. Вчера просто тоже Ваня был, тоже синий, блядь. Я сегодня подал, ребят. Целую неделю, блядь, ёбал, как папа корова. Устал, блядь. Сегодня, знаете, такой на басашок, знаете, все, день охуенный, все, вечер охуенный. Короче, а так получилось, что батя дом строит. И как бы я, естественно, ему помогаю. И приходит там плитка. Ну, обидно. Ну, типа плитка на весь пол, знаешь, там на 240 квадратов, там пиздец. 80 коробок плитки. Каждая коробка весит 36 килограмм, там на коробке. Прочитали. А разжать некому пошел. У бати орлы работают, короче. Ну, они забухали. Батя мне звонит, говорит. А батя приболел. Ванюк. Короче, и нам привезли винду плитку, которую мы тоже с батя разжали, только с батя вдвоем. А сейчас я в одно ебало. Одну плитку назад, другую туда. У меня руки до сих пор трусятся. Чё-то зависло, бля. Ага, хуяно, чё подкачал, блядь. Живот надорвал. Живот надорвал, блядь, походу точно. Главное, чтоб пупок не вылез. Ну да-да. Нормально все. Не развязался, да? Не-не, ну, на самом деле, чтоб рыжень какая-то, да, базара ноль? Чё, нормально все. Будет холод спереди второй. Нормально все. Че за ошибка у меня? Cold not connected сервер, что-то там статус 160 какой-то. Зависло и вылетело все. Интернет. Ну, тройника поймал. Ну, когда у меня такая хуйня, я подключаю через VPN, захожу, потом отключаю VPN и это нормально. Антон Степанович. Так, я сейчас подойду, если что. Антон Степанович, выйди на связь.
Хороший человек. Он лучший друг. Вон кашей, слышишь? Как подойдет мужик. Ага. Пиздил бы я попал. И блять. Ребята, вообще типа зарабатывают репутацию как короля. Да где как, Вань? Я, допустим, сейчас в Бринтвуд. Это вот зеленый, видишь, локация 24-35 левел. Да. Я Виндвард Биллерс. Я Виджвалд Риверс. Я там. Да. Ага, ты на верхнем, я понял. Так, алло, я тут. Через один. Вань тебя потерял. Ванёк, я тут. Блин, да потерял тебя. Да, дорогой мой. Мужики сомневаются, что я хороший мужик. Ну ты Ваню выгнал. Вот, кстати, я пивка жахнул. Держа там? Подпредить ой. Твое наименование. Держа, что ли, мутишь там, блин? Кого? Да ну нахер. Не, ну я... 0,5 водочки сейчас. Ну, так, я же до этого. Йорш это определенный напиток. Ладно, Димка, у меня что-то игра. Это... Все, не пускай, это ошибка какая-то. Которая вот... Давай люди потом на чем бывают, допивают там. Да, завтра, родная.